Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru. И давайте я вам в этом видео расскажу о правилах въезда в Абхазию для россиян. Абхазия пользуется спросом у наших туристов, очень многие едут туда. Прежде чем смотреть это видео, подпишитесь на наш канал. Здесь я буду давать самые последние новости об открытии границ, о правилах въезда в ту или иную страну. Ну и, конечно, видео с места событий из других стран, а я был более уже чем в 40 странах. Здесь кнопочка внизу «Подписаться». Итак, правила въезда в Абхазию для россиян очень просты. ПЦР-тест на данный момент не нужен, виза не нужна, загранпаспорт не нужен, можно проезжать по российскому паспорту. То есть, ну, из всех заграничных стран самые простые. Загранпаспорт не нужен, можно въезжать по внутреннему российскому паспорту. То есть, спокойно, обычный паспорт гражданина РФ. Можете ехать там на автомобиле из Сочи. Можете вообще пешком границу переходить. Я один раз, то есть, прилетел в Сочи, взял такси до границы, перешел ее пешком и уже на рейсовом маршрутном такси поехал, допустим, с границы Абхазии до Пицунды. Можете на своем автомобиле пройти. Каких-то дополнительных требований не нужно. Единственный момент, вот учитывайте, в России, в Абхазии не действуют обязательные полисы медицинского страхования российские. Так что, если с вами что-то случится, вы будете за свой счет проходить лечение. Чтобы этого не случилось, всегда рекомендую оформить туристическую медицинскую страховку для Абхазии. Она не является обязательным требованием, но вам будет спокойнее, она меньше $1 в день на человека. Ссылочку для оформления страховки, которая в том числе покрывает лечение коронавирусом, вы найдете под этим видео, можете оформить онлайн в течение 3-5 минут. Вообще, смотрите, вот в последнее время российские власти, различные требования, они часто очень меняются. Что нужно, например, ПЦР-тест, прививка для поездки в Краснодарский край. Абхазия, естественно, находится рядом с Сочи, и проехать туда можно только через Сочи, так как местные аэропорты не принимают самолеты из России, они очень старые, древние. И все прилетают в Адлер и едут в Абхазию, либо на машине едут в Абхазию через всю Россию. Ну так вот, ПЦР-тест нужен на данный момент только тем, кто заселяется в отели, курорты или пансионаты Краснодарского края, то есть Сочи, Адлера и других городов. Просто проехать, например, на машине вы можете без ПЦР-тестов, если не будете на ночь в отеле останавливаться, и прививок. А также прилететь в Адлер, если вы сразу поедете в Абхазию из аэропорта Адлера, не будете останавливаться в отеле, вам не надо также обязательно прививаться, либо ПЦР-тест. Но важный момент, правила въезда очень-очень часто меняются. А YouTube мне не дает перезаписывать видео, поэтому актуальные правила въезда в Абхазию вы найдете на нашем сайте visasam.ru по ссылочке. Посмотрите их, потому что там-то я могу на своем сайте изменить, а здесь нет. Вообще Абхазия очень классная страна, очень много зелени, моря, горы, красивая природа. Так что рекомендую вам съездить, посмотрите мое видео из Абхазии, их очень много, с озера Рицы, из Пицунды. Так что, если вы не были, или если вы вдруг находитесь в Сочи, в Адлере, то хотя бы на однодневную экскурсию съездите в Абхазию. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Пока-пока!